Ну, что скажешь, бригадир? А что? А то. Опять два станка простаивают. Опять грачки на громобоях. В общем, будем увольнять. Хватит. Постойте, Иван Иванович. Они, может, захворали. Гляди, гляди! О, грачки даёт! Не видите громобоев? Ну как же, дружки-приятели! Отдай пару, ребята! Веселее! Постойте вы! Человек на спор пляшет! От автобусной остановки до цеха! Ну что вы на рельсах танцы устраиваете? Вот шалопай! Кто шалопай? Таланты! Таланты! Клячкин! Что Клячкин? У Клячкина все нормально. Белая роза, угроза. Красная роза. Захворали. Покрывайте лодыри. Имей в виду, план все равно с тебя спросим. Привет! Привет! Вот здорово! Молодец, Галя! Молодец! Прошу! Все правильно? Все! 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 Да, выиграл! Все, танцуешь? Пусть жизнь промчится в цветах и улыбках. Слушай, Грачкин, у тебя совесть есть? А что? Одолжить? Пожалуйста. Где? Где? Нету? Нету. Ну ты, Володь, не обижайся. Чуть-чуть задержались. Ну подумаешь, 15 минут. Не будьте мелочные, товарищ бригадир. Что? А что ты их терзаешь? Он талант, можно сказать, артист. Да не вмешивайся, Клячкин. А вас надо гнать, гнать из бригады. Третий месяц вы у нас работаете, и третий месяц план не выполняем. Чего? Лодыри несчастные. Лиза, Елизавета, я люблю тебя за это. И за это, и за это. Слушайте, последний раз предупреждаю, по-хорошему. Понятно? Ах, последний раз. Мы встретим вас и пьем за вас наш хлебный квас. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Что ж получается? На заводе организуют коммунистические бригады. Дали обязательство 15 станков сверхплана выпустить. А в бригаде Яковлева простую дисциплину наладить не могут. Наша бригада здоровая бригада. Только у нас есть два пустых станка. Грачкин, его друг Громобоев, лоботряс и комик. А что ты про них молчишь, Володя? Уберите их от нас, дайте нам замену, тогда узнаете, как мы будем работать. А что мы с ними нянчимся? Детский сад здесь, что ли? Администрация права, уволить их, да и все. Правильно, церемониться. Постойте, постойте, так тоже нельзя. Давайте обсудим. Лёня, ну что обсуждать, все ясно, пошли по домам. Сядь, Каткова. Что ясно? Ничего не ясно. Кто еще будет говорить? Берестова, Берестова! Слезь с подоконника. Говорить будешь? Ну? А что говорить? Она даже не знает, о чем говорить. Тебя-то ведь это тоже все касается. Ну, я не знаю, Лёнь. Володь, может быть, это неправильно, но мне их жалко. Ну вот, здрасте. Да нет, правда, если их уволят, куда же они денутся? В милицию! И ничего смешного! Вот мы сами во многом виноваты. Они что-нибудь выкинут, а некоторые хихикают. Да, они еще больше стараются. Тише, ребята! Плохо работает. Она правильно говорит. Продолжай, Берестова. Нет, правда, ребят, ну вот, а что мы сделали, чтобы как-то повлиять на Грачкина и Громобоева? Ничего. В воспитательную работу их вовлекали? Нет. Они не комсомольцы. Так это не важно, что они не комсомольцы. Да не об этом сейчас речь идет. Ах, ближе не об к этом? Делу. Коля, ты спортивный сектор, ты их спортом охватывал? Не охватывал. Да они не поддающиеся. Правильно. Ах, правильно? А культурные мероприятия ты не применял? Не применял. Вот так. Правильно, правильно, Надюша. А что ты конкретно предлагаешь? Я ничего не предлагаю. А смеяться нечего. Вопрос стоит серьезно. Администрация оставляет их в цехе только под наше поручительство. Понятно? Понятно. Надо, чтобы над ними кто-нибудь взял шефство. Ну, только по-настоящему ответственно. А? Нет, правда. Вот и прекрасно. Ты предлагаешь, ты бери. Ты с ума
зажгла? Почему это я? Да нет, подождите, ребята, что вы? Я их терпеть не могу. И я не справлюсь. Вот всегда. Как предлагать, пожалуйста, все умеют. А когда дело так в кусты, несерьезно, Берестова. Лёня, я тебе категорически говорю, я отказываюсь. Берестова, хватит, ясно. Лёня, Бабуся, запиши в порядке комсомольского поручения и все. Нет, подождите, ребята, подождите. Тихо, товарищи, тихо, голосуем. Кто за то, что поручить Берестовой, поднимите руки. Пустите. Кто против? Я против. Потомов! Рано! Я минутку! Пожалуйста, отсюда. А что? Механической. Грачкина и Громобоева немедленно в цехком. Маша, понимаешь, у тебя обстановка располагающая, а у нас там смех, шуточки. Там увидят, кто вызывает. Понятно. Ну, хорошо. Ни пуха, ни пера. Кто это нас вызывал-то? Я. Ты? Витя, скажи тете до свидания. До свидания, тетя. Стойте, ребят! Подождите! Ребят, подождите, Толя! Постойте. Разве вы не знаете, мне поручили вас перевоспитывать. Ну и что ты от нас хочешь? Ну как что? Хоть попробовать. Ведь мне ж поручили. Толя, Толя, ну пускай попробует. Ну да, ладно, валяй, воспитывай, только быстрее. Да? Да. Садитесь, ребята, вот сюда, пожалуйста. Так. Вот. Главное, ребята, вам надо культурно расти. Так. Вот, я вам приготовила распорядок дня до конца месяца. А вот это список книг по художественной литературе. Будете читать. А вот план клубной работы. Давайте выберем с вами самую интересную лекцию. Давайте. Да? Вот. Молодые садоводы. Вот у Мичурин, Лысенко. Там интересно, да? Интересно. Так, запланируем это на завтра. Так, а на послезавтра обитатели морского дна. А? Договорились, идете, да? Конечно, что ж, не без того, что она, конечно, совсем буквально, если поднять вопрос и тут же бросить, потом его поднять и тут же заострить, тогда она, конечно, что ж, не без того, тогда она, конечно, собственно, буквально. Перестань кривляться, Грачкин, мы же серьезно разговариваем. Вот видишь, Витя, сделаешь человеку одолжение, он тебе сразу же на голову садится. Учти это, Витя, и сделай тете ручкой. Стойте! Стойте! Ты прекрати этот балаган, Грачкин, иначе я приму серьезные меры! Кто ты кричал? Да. Кто? 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 Я. Ты? Да. Кто это? Воспитательница. Создадим ей условия. Но, создадим! Ну, Грачкин! 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 И вам за рационализацию. Ну, куда? Мы вчера здесь занимались, жену вчера. Не пускай, не пускай. Ну, надо же, а? Ай-яй-яй-яй. Опять они шалопают. Клячкин, Альберт Клячкин. Пожалуйста, Василий Клячкин. Какая разница?
Мерси. Белая роза, угроза. Красная роза. Вася. А, Соня. Чего? Давай. Чего давай? Соня, ты меня компрометируешь перед коллективом. Ничего, коллектив тебя знает. Соня, ну что же на ты рублёте, Соня? Соня, одну минуточку, тут мне одно общественное дело. Догоняй. Я бегу. Быстро. Чего ты? Кто? Виталий. Женский пол. Крупнейшая ошибка моей жизни. Строгая она у тебя. Братва, вручай. День получки. Сегодня вы, завтра мы. Вечерком. Посидим? В Южном. Нет, в Маяке. На углу. Точно. Василий. Лечу, Сонечка, лечу. Ну, мы тут насчет рыболовной секции. Договорились? Порядок. 21:00. Ну, пойдем. Ребята. Что? Много получили? Сколько не есть, все наши. Что это, а? А? На! Надя! Надя, постой! Ты эти шуточки брось, отдавай деньги. Не отдам. Сеська! Не отдам! Это что такое? Что здесь происходит? Она деньги наши забрала. Вот, потому что они пропьют. Да так же надо учить. Правильно сделала. Пойдете на лекцию, дам по десятке. Остальные буду выдавать на завтрак, обед и ужин каждый день. Молодец, пошли. Среди десятиногих раков, конечно, в большей степени для нас представляет интерес это рак-отшельник. Его туловище достигает иногда 17 сантиметров. Голова, грудь, благодаря всевозможным шипам и наростам, придает ракам значительную, и я даже позволил бы себе сказать, угрожающую внешность. Ну-с, а теперь перейдем к рассмотрению строения раковины. Она состоит из органических веществ, часто с примесью углекислого кальция или инкрустированных песчинок, панцирями диатомей и тому подобное. Раковины хомёк состоят из хибиноподобных и студневидных веществ. Раковины фораминифер колеблются до 50 и более сантиметров в диаметре. Обратите внимание на строение дыхательного аппарата ракобиргуслатро. Верхняя часть дыхательной полости превращена в легкое, но внизу сохранились жадными сосудами. Ой, извините. Фораминиферы, от латинского форамен. Послушать нельзя ли потише? Извините. Повторяю. Фораминиферы, от латинского форамен, дыра, отверстие, и фора несу. Слушай, Берестова, ну что ты от нас хочешь? Немедленно уходите отсюда, слышите? Минуточку. Прежде всего, пусть дама сядет. Прошу. Да с вами, Клячкин, я вообще не желаю разговаривать. Жаль. Уйдете или нет? Ну кто же от этого дела уйдет? Ах, так?
Товарищ официант! Слушаюсь. Дайте мне, пожалуйста, тоже. Что вам? То же, что и им. А, это по-нашему. Дядь Паш, 100 грамм и пивка молнии. Ну, а пока в долг. Нет, братцы, вы еще карасики. Вы не понимаете, когда такая орхидея за столом, водка на 22 градуса крепче, научно доказано. Ну, поплыли ребятки за ее глазки. Что же вы не пьете? Пейте, ну. Ну что же вы, ребятки, неудобно? Дама ждет. Брось, Надя, слышь, поставь. Чего ты? Что тебе говорят? Да пусть запьет. Пусть выпьет. Пропади ты пропадом. Идем. Куда? Куда же вы, карасики? Ай-яй-яй! Такое общество распалось. Свободно разрешено. Шип! Уплочено. Главное, ребята, вам надо воспитывать в себе силу воли. Вот сейчас вы же ушли из ресторана, значит, у вас есть эта сила. Ну, дай ты ей бутерброд. Ну, дай. Вот, спасибо. Только ее нужно укреплять и тренировать. Кушай популярно. Бутерброд, кушай. Ой, спасибо, я не хочу. Вот, как рахнет. Дальше куда? Дальше? Да. Давайте не будем расставаться, ребята. Пойдемте в кино. Научный фильм «Происхождение жизни на Земле». Великолепная идейка. Вот троллейбус. Да? Главное, ребята, ведь вам нужно культурно расти. Одну минуточку, товарищи, будьте любезны, вот. Простите, а пожалуйста, пардон, давайте, товарищи. Выше голову, бабуся, шире шаг, шире. Ускорим до невозможности посадку, товарищи. Ускорим! Поехали! Поехали! Ребята, а как же вы? Догоняйте! Надя, Берестов, ты зачем к нам пожаловала? Надо и пожаловала. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Грачкин и Громобоев здесь живут? Здесь. А их нет? Как видите. Можно мне здесь подождать? Подождите, они придут. Ребят, только не задерживайтесь. Да мы мигом, только переоденемся. Молнии! Первый, второй, третий, четвертый, пятый. А, ребята, пришли, а я вас жду. Вот. Принесла вам художественную литературу, будем читать. Вот тут у меня Гончаров и Толстой. Начнем с Гончарова. У него есть три романа. Обыкновенная история, обрыв и вот Обломов. В образе Обломова... Куда вы, ребята? Привет! Здорово! Здорово, как дела? Отлично! Коля! Коля, сколько человек идет в поход? 19 человек.
Да. Хорошо. Нужна еще палатка. Ну, так достанем. А? Да? Яш, а ты матери письмо написал? Ну, а как же? Да? Да. Точно? Честное слово. Ну, ладно. Здорово, ребят. Здорово. Приветик. И... Надюш, как у тебя дела с ребятами, а? Очень хорошо. Слушай, если что, надо помочь, ты скажи. Ты им художественную литературу читала? Читала. Ну и что? И вообще, оставьте меня, пожалуйста, в покое. Поручили, так уж не вмешивайтесь. Надюш, ты что? Как пришел я на свой пролет, как с друзьями я встретился верными, у твоих у широких ворот. Посты городские, огни городские, застава, где друг мой живет. Надюш! Идем! Волейбол, идем играть! Тащите мышьяк! Надюш, ты чего это, а? Ну-ка, ну-ка! О, Градчкин, вон он! Его в Москву, Большой театр! Давай, ребята! Надюшка, это ты что, это ты из-за них, да? Навязали этих оболтусов. Поневоле заплачешь. Да, потому что у меня никакого авторитета. Я для них все, они все с Клячкиным, с Клячкиным. Грачкин, он под влиянием Клячкина, а Витя под влиянием Грачкина. А ведь он способный. У него дома сплошные провода. Ну, я не знаю, что делать. Девчонки, я придумала. А что, если их разыграть? Как? Ты влюблена в них. В обоих. Вот он и появится, авторитет. Да? Да. Слушай, а может, и верно, а? Ну что вы, девочки, во-первых, я их терпеть не могу, а потом все равно не сумею. Об этом ты не беспокойся. Мы с Лизкой организационную сторону возьмем на себя. Конечно. А тебе останется только вздыхать и бросать на них влюбленные взгляды. Да. Да. Как это? Очень просто. Вот посмотри. Иди, иди, Клячкин, это я так роль репетирую. Слушайте, после завтра в парке модный праздник. Мы им назначим свидание. Точно, от твоего имени. Девчонки какие вы. Ну, Надюшка, пробуй. Гениально. А. Видишь, что с Надькой делается? Че ты не с глазами? Влюблена. Да. В кого? В тебя, чудак. Ты что завтра делаешь? Рыболовная секция. Опять с Клячкиным. А что? Слушай меня. Но. Завтра ровно в 12 она тебя ждет в парке на главной аллее. Понял? Часов у центральной клумбы, ну. Где? О, клумбы! Ну что, ты не понимаешь, что ли? Ты кого ждешь, не меня? Да. Надюш, поедем на водную станцию. Ой, Володь, я не могу, я занята. То есть как занята? Ну, я девчонок жду. А, девчонок. Угу. Ну, а завтра ты как, а? А что завтра? Ну, водный праздник, я прыгаю. Ой, ну, конечно, помню, Володь. Придешь? Конечно, приду. Володя! Так, значит, завтра в 12? У фонтана. У фонтана. Угу. Скорее, опаздываю. Ой, все гениально. Что? Завтра ровно в 12 в парк явится Грачкин. Как в 12? Как в 12?
12 ее будет ждать Витька Громобоев у центральной клумбы. Ой, девочки, что вы наделали? Рачкин, иди сюда. А? Иди скорей. Скорей. А что? Стой здесь и никуда не уходи. Ага, пойдем. Володя! Здравствуй, Надюша. Здравствуй. Ты уже здесь? Да. Здравствуй. 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 Володя, ты можешь постоять минуточку? А что? Стой здесь и никуда не двигайся. А я сейчас. Делаешь, а? Стою. Крачкин! А! Иди сюда! Иди скорей! Что ты все ходишь? А что? Ты где должен стоять? Здесь. Так и стой здесь. Так я и стою. Слушай, в конце концов, в чем дело? Надька, откуда ты? Тебя же Крачкин ждет. Володя, Володенька, я тебе сейчас все объясню. Ты же знаешь, это вот комсомольское поручение. Но мы же договорились. Да, но вы сами мне поручили. Ну что ж, ладно. Володя, Володенька, я пойду с тобой, можно? Пожалуйста. Надя, а может, ты все-таки придешь? Я постараюсь, Володя, но я не знаю. Ну, как знаешь. Что это тут, а? А, это ты. Ага. Ну что ж, пойдем погуляем, раз все так хорошо получилось. Да? Ну пойдем. Ой, Надя. Ой, Витя. Ну вот как хорошо, что мы встретились. Чего ты пришел? А ты чего это пришел? На. Спасибо. Вот видишь, что... Гражданка с букетом. Штраф за потраву. На месте будет платить или пройдем в отделение? Где ты взял цветы? Известно где. Вон на той клумбе. А вам, гражданин, стыдно ухаживать за девушкой таким антиобщественным способом. Платите штраф 10 рублей. А вы видели, да? Я рвал, да? Сейчас же плати штраф. Товарищи, ну в чем дело? Товарищи, встретились свои люди, беседуют. Ну не будем делать из этого события, товарищи, разойдемся. Неудобно. Трешки не хватает. Гражданин, не на базаре. На. Поскольку уплачено, возьмите. Гражданин. Надя, возьми. Мне краденого не надо. Внимание! На водной станции начинаются показательные прыжки. Участвуют Герман Шатров, Владимир Яковлев, первый разряд, Сергей Каузов, Кирим Амиров, второй разряд, мастер спорта Вячеслав Лещев и другие. Приглашаем вас, дорогие товарищи, на водную станцию.
вот что. Может, вы пиво хотите выпить? Так я могу дать денег. Обойдемся. Перетерпим. Ну, смотрите. Что ж, так и будем молчать. Инструмент. Давай. Между нами решено. Решено. Проживем лет 200 мы, пусть проходят годы, но повсюду вместе мы. Мы глядим беде в глаза. Да, в глаза. От забот не прячемся. И друг друга любим за такие качества. И не глядя на девчат, щелкаем орешки мы и не допускаем над собой насмешки мы. Мы гордимся с давних пор дружбой самой лучшей. Ну так как не спеть нам по такому случаю? Между нами решено. Проживем лет 200 мы, пусть проходят годы, но повсюду вместе мы. Артист! Толь, выйди, а? Да, ну. Юноша, пойди сам. Вот вы, например. Да нет, я не умею. Ну что ж ты говорил, Толя! Грачкин! Грачкин! Давай! Да ладно! Товарищи, среди нас находится известный танцор Анатолий Грачкин. Грачкина! Вы, конечно, станцуй, ведь просит. Подержу вот. Простите, пожалуйста. Ваша фамилия, товарищ? Не в этом дело. Польку, птичку и... Начала мне, а смотришь на него. Ой, ведь знаешь, вы мне оба очень нравитесь. А вот кто больше, я еще не разобралась. Ну, так ты давай, пожалуйста, разбирайся.
вручаем первый приз. Музыка. Вот. Первый сорт. Да? Возьмите. Слушайте, берите, это вам, это приз. Ну и ладно. Слушайте, берите. Это приз утвержден худсоветом парка. Да ну и ладно. Слушайте, зачем? Гражданин, вы заслужили, вы берите. Бери, Грачкин, это премия. Полезная вещь. Толя, бери, Толь. Одну минуточку. Поздравляю. Гражданин, распишитесь. Как же надо понимать? А, ребят, это вы? Что же вы потерялись? Браво, Володя! Прыжок лучше всех, правда? Быть Володьке мастером спорта. Здравствуйте, ребят. Привет. Здорово. Что это вы с корытом-то? Белье стирать пришли? Да нет, это Толя за танец приз получил. Володь, ты замечательно прыгнул. Наверное, ты очень смелый. Тебе понравилось? Да. Чего тут особенного? Обыкновенный прыжок в воду. А ты что, тоже прыгаешь? Чего-то сын, ну не прыгал, так прыгну. Подумаешь, подвиг. А сейчас хочешь? Пожалуйста. Он не хочет, Володь, он шутит. Почему это я шучу? Я не шучу. Да ладно тебе только. Чего? А его просто туда не пустят. А я проведу. Пойдем. Пожалуйста. Ну что ж ты, идем. Пожалуйста, подержи убор. Пожалуйста. Толь. Толя! Какой дурак! Он же убьется! Ничего, только прыгнет! Если... Пусть здесь полежит. Это откуда герой? Это наш, заводской. Только не испугается. Тренер? Да. Грачкин. Давай, Грачкин. Да. Да ты не волнуйся, Надюшка. Давай, давай, других задержишь. Прыгай или уходи. Комический прыжок. Раз, два,
Взяли. Ты не бойся. Не бойся. Только удержаться. Дай руку. Не дам. Так и будешь висеть? Так и буду. Так не пойдет. Надо брать его снизу. Опускайте. Держите, держите его. То ли я сейчас. До свидания. Ладно, Надя. Я пойду Тольку искать, а ты оставайся. Не говори глупостей. Он 5 лет тренируется. А тебе бы год потренироваться. Ты знаешь, как бы прыгнул? Чего ты меня уговариваешь? Что я маленький? Да никто тебя не уговаривает. Будь здорова. Как это будь здоров? Тебя ж там ждут, наверное. Не говори глупости. Никто меня не ждет. Неправда это. Нет, правда. Здравствуй, Яша. Привет, комитет, привет. Саша Кузнецов. Привет. Себя первого начинаем, расписывайся. Как лучший фрезеровщик. Вручаю. И поздравляю. Спасибо. Ну, теперь с тебя две нормы не меньше. Постараюсь, конечно, инспектор. Кто у нас следующий? Сазонов. А, рядом. Во втором пролете. Петь, Петь! Подожди! Послушай. Да? Что это за флажки? Флажки? А это бригада, которая соревнуется за право называться коммунистическими. А мы? Что вы? Ну, наша бригада. Ваша бригада? Ваша бригада тю-тю. Девочки, Роза, Лиза, нас не включают соревнования. Лиз, ты слышала? Коля, Роз, ты слышала? Ну что, что? Вы понимаете, что? Слышала. Вы не слышали? Он что? Про нас сказал тю-тю. Кто? А что тю-тю? Ёня, Бутусов. Кто про нас сказал тю-тю? Подожди, Толя. Ёня, нас даже не включают соревнования. Ну что ты молчишь? А что я могу сделать? Так решил комитет. Вон иди, говори с ним. Зернов! Зернов! Ты почему нас не включаешь в соревнования? Кто тут сказал тю-тю? Подожди, Толя. Ну как же мы можем вас включить? План не выполняете, о дисциплине я уж не говорю. Подведете? Да кто подведет? Подожди, Толя. Неправда, план мы выполняем. Факт. Брось ты, Берестова. Еле-еле. Да, Володя, Володя, постой, Зернов. Володь, ты слышал? Слышал. А что ж ты молчишь? Очень печально, все правильно. Чего правильно? Что? Подожди, Толь. Ты что ж считаешь, что мы недостойны, что мы хуже всех, да?
Володя, поговори с Зерновым, чтобы нас включили без них. Без кого это без них? Что это без у нас? Без вас! Да что ты говоришь, Лиза, мы же одна бригада. Вот ты опять за них заступаешься. Чего ты на меня орешь, небоскреб? Подожди, Толь. Слыхали? Все Володя. Слыхали. Угу. Ну что, Володя, ведь действительно план еле-еле на 90% тянет. А сколько тебе надо? 150! Будет 150! А? Громобоев! Попробуем? Трепачи, противно слушать! Хватит зря болтать, Грачкин. А кто болтает? Кто болтает? Подожди, Толя. Володя, он же хочет как лучше. Пошуметь он хочет, дурака повалять. 150%. Ты бы поменьше хвастался. А кто хвастает? Кто хвастает? Толя, подождите, ребят. Ты уже раз прыгнул с вышки. Володя, ты тоже не сразу прыгнул. Зачем так говорить? Ну ладно. Ты не волнуйся, Надюшка. Вечером останемся, что-нибудь придумаем. Дадим ему 200! Надя! Берестова! Поди сюда! Леня, не будет. Ладно, не Петя, работает. Ты не педагогичный, это брат бригады, только хороший. Да. А плохих куда? Может, они сразу не справятся, но хоть подтянутся. Ну, конечно, не смогут. Да откуда ты знаешь, Володь? Вот я говорю, вот Берестова над ними шефствует, да. Она лучше знает. Да. Будут они работать? Будут. Ты ручаешься за них? Ручаюсь. Ну вот, пожалуйста. Володя, ну ладно. Обсудим. Но смотрите, ребята, если подведете, разбабахаем так, что... А тебя, Берестова, в первую очередь. Согласна. Ребята! 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 Ребята, все в порядке, включили и нас. Ну вот, Володя! Володя! Володенька, включили и нас, Володька! Володь, что с тобой? Ничего. Нет, ты что, обиделся? Ничего, я не обиделся. Ну тогда в чем же дело? Ну ладно, Надь, все ясно. И я все понимаю, и ты все прекрасно понимаешь. Я ничего не понимаю. Володь, ты что делаешь сегодня вечером? А что? Ну, мы можем встретиться. Зачем? Володька, я тебя очень прошу, приходи сегодня в 9 часов на нашу аллею, ладно? А? Хорошо. С чего мы начнем? Начнем с Витьки. Ну, давай, Витек. Чего? Как чего? Давай выявляйся. Ты ж у нас изобретатель. Угу. Тут надо подумать. Ой, ну пока ты будешь думать, целый год пройдет. Толь, а? Знаешь что, попробуем другой режим обработки, а? Увеличим скорость. Давай. Так. Резец полетел. Ну-ка, Надюш, дай-ка я. Витька. Что? Подай новый резец. Ничего так не выйдет, ребят. Ладно, помалкивай ты. Иди сон. Да уж, не суйся. Не говори под руку, лучше думай. Ну как? Ну вот, зря вы это. Нет, погоди, Толь. Так не пойдет. Витька прав, тут действительно надо что-то придумать. А? Толь, ну что ты стоишь? Могу сесть. Ну что ты сел? Встань! Стой, стой, стой. Ну все понятно. Пардон. Ну ладно, покурим, пойдем. Да сколько можно курить? 30 раз уже курили. Вот еще одну испортили. Вить,
Посмотри, который час? Без 29. О, без 29. Ребят, давайте, думайте, думайте, думайте. Вить! Слышишь, что тебе говорят, или нет? Первое дело, чтобы резец не летел, нужно изменить угол заточки его, а? Так. Толя, дай-ка другой резец. Ну? На. Так. Так. Что ты хочешь делать? Ну, ты можешь объяснить? Попробую по-другому заточить. Толь, ты слышишь? А что? Он дело говорит. Грачкин, ты с ума сошел? Здесь нельзя курить. А я не затягиваюсь. Все равно прекрати. Вить, ну я умоляю тебя, давай быстрее. Ну что ты возишься? Сейчас, сейчас, Надюк. А ты что, торопишься? Спешишь куда-нибудь? Никуда я не спешу. С чего ты взял? Толь, который час? Без малого 9. А сколько без малого? 8:53.4. Ой. Вить, Витенька, ну. 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 Так. Дай-ка я. Погоди, погоди. Получилось! О, пошло! Ой, неужели получилось? А ты в нас не верила. Иди сам! Молодцы, ребята! Ну, я побежала, а? Иди, иди, иди. До свидания. Вот что, Надёк, ты, пожалуй, иди домой, а мы тут поковыряемся. М? Иди, иди, Надюшка, поздно уже. Отправляйся-ка домой, а мы тут без тебя все обдумаем. Шагай. Глупец. А почему ты глупец? Потому что наивный глупец. Послушайте, наивный глупец, вы будете садиться-то или нет? Когда за мной ухаживали, мы не мешали уличным. Ну, это было очень давно, вы забыли раз. Теперь везде влюбленный. Никогда в жизни не думал, что буду переживать из-за каких-то паршивых резцов. Во влипли, а? Может, плюнем? Мыслитель. А Надюшка? Так что ж ты стоишь? Ну что? Иди сюда! Ну, думай.
До свидания. Володя, пройдемся немножко до уголочка. Пожалуйста. Толь, смотри, что получается. На обточке мы уже экономим время. Правильно. Пойдем домой? Погоди. А что, если нам и канавку делать по-другому, а? То есть как? Раньше мы ее точили двумя резцами. Ну? А теперь будем одним, фасонным, а? То есть как? Ну, сразу. Точить канавку и снимать фаски. А? Витя, что? Знаешь, кто ты? Кто? Ты новатор. Это же две нормы! Три нормы! Витька новатор! Погоди, надо еще сделать. Пошли, пойдем! Эх. Чего? Мы с тобой все на ощупь, а тут, наверное, по формулам надо. Ну, давай по формулам. Так откуда же я знаю эти формулы? Так учиться надо. Правильно. Правильно. Точи уж без формул. Ну, до свидания. До свидания. Надюш, пройдемся еще. До уголочка? Угу. Угу. Резец. Кто там? Это мы. Кто это мы? Да ладно, Надюша, открывай. Мы это. Что вам надо? Здрасте. Здрасте. Виноват, мамаш. Нам Надю. А ее дома нет. Нам на одну минуточку. Дома нет? Ну, как это нет? Ну, а где же она? Сама не знаю. Как это не знаю? Как это вы не знаете, где ваша дочь? Тише. Ну, что тише? Неудобно так, мамаш. Все-таки первый час ночи. Ну, ты меня не учи. Сама извелась. Вот придет, я ее выучу отцовским ремнем. И вы убирайтесь, пока не влетела. Маша, а Володька Яковлев к ней не приходил? Где же она может быть, а? Обождем. Давай закурим. Как же надо понимать? А что понимать? Да ты же с ним целовалась! Мы все видели! Тише ты! Что ты кричишь? И вообще, какое вам дело? Как какое нам дело? Постой, Толя. А как же твои взгляды? Намеки?
Это как? Ой, да чего вы мне надоели, Ова? Просто сил больше нет. Надоели? Значит, это все обман? Одна педагогика, да? Да, да, да. Понятно. Пойдем, Вить. Это подло. Скажите, пожалуйста, какие они обидчивые. А за что вас, собственно, можно любить? Что в вас хорошего? Трепачи несчастные, больше ничего. Вот и сейчас, вместо того, чтобы работать, за мной подсматривать. Да ты не кричи, ты спроси, зачем мы пришли. Мы же сделали все. Покажи, Вить. А ты с Яковлевым целуешься. Пойдем. Ой. Подождите, ребят. Подождите. Толя, Толя, я не то хотела сказать, ребята. Подождите. Где ты была? Мам, я ходила по делу. Это ж какие у тебя могут быть ночью дела? Мам, у меня разные могут быть дела, я уже взрослая. Ах, ты взрослая? Мам. Мам, если ты меня ударишь, я тебе никогда в жизни этого не прощу. Мам. Мам, ты хочешь, чтобы я ушла в общежитие? Вышки у них все началось. И ты тоже хорош. Не мог прыгнуть. Толя! 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 Подожди, куда же ты? Лови, Толя! Лови, ну! К берегу, плыви к берегу! Хватайся за круг! Хватайся! Иду на помощь! Я сейчас! Кто? Кто? Почему утоп? Здесь не положено! Здесь зона! Толька! Толя, ты живой, а? Живой. Вот он, товарищ милиционер! Живой! Я вижу, что живой, очень хорошо. О, знакомые граждане, так, так. Придет составить протокол. Свидетели, прошу не расходиться. Мы тут, мы тут. Угу. Итак, совершен прыжок ночью в запрещенной зоне, в нетрезвом состоянии. В трезвом, старшина? Ну да. Угу. Как вы считаете, здесь выше или ниже, чем вышка на водной станции, а? Ха, сравнил. Конечно, мост, конечно, метров на 5 выше. И учтите условия. Ночью, в темноте. Это же мировой рекорд. Учтите. Все учтем, граждане. Спокойно. Прошу пройти. В отделение? Точно. Прошу. Надюшка. Что же это такое? Ну где же эти проклятущие? Ведь сейчас принесут договор подписывать, тебе голову оторвут. Ну и пусть рвут. Ой, ну где же они могут быть? Не знаю. О, идут, несут. Позор, просто позор. На, держи, скандалистка. Нет, я... Расписывайся. Ну, поздравляю. Лёнь, знаешь... Ничего, все будет в порядке. А это чей станок? А это их знаменитого Грачкина. А где же он сам?
Берестова! Что? Понимаете, они всю ночь работали в цехе. Да уж, что-то изобретали. Понимаете, они что-то придумали. Да, что-то изобрели, вот, ну, чтобы повысить производительность. Не стыдно тебе, Берестова, обманывать товарищей? Изобрели. Очередной прогул. Вот что изобрели. Но это уж последний. Сегодня же уволен. Иван Игнатьевич. Иван Игнатьевич. Все, Берестова, довольна. Иван Игнатьевич. Зернов, Леня. Зернов, я даю честное слово, вот увидите. Они не виноваты. Они действительно что-то изобрели. Вот я уверена. Ну, в общем, сначала сами разберитесь. Вечер. А ты, Бутусов, зайди в комитет. Надюш, не надо. Надь, мы все уладим. Ну, не огорчайся. Уйди отсюда. Нашла о ком плакать, глупенькая. Ну, и ты же не виноват, правда? Ну, выгонят их, и кончится твои мучения. Ну, что ты плачешь-то? Ой. Ой. Берестова! Что там? Кто здесь Берестова? Здесь она. Ты Берестова. Вот Берестова, что тебе? Да. А что это? Велели передать. Вот он! Ребята! Леня! Смотрите, как видишь! Куда бежал? Надя, вот, что ты делаешь? Все сделали, я же говорила, Леня! Вот, а ты не верил, все сделали! Саш, смотри! Да покажите, вот. Что Володя! Володь, смотри! Это ищет, смотри-ка! Какой? Толково. Вот, а вы им не верили, вы их ругали, они все сделали, я же говорила вам. Что сделали? Вот, ну-ка, дай я попробую. Конечно, а ну-ка, Лиза, смотри. Покажи. Так, смотри. Я ожидала от них этого. Конечно, понимаешь, вот. Ишь ты. Молодцы. Ну, конечно, молодцы. А где они сами-то? А где же? Мальчик. 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 Ты убежал, да, на стенка. Мальчик, доставь ты это. А где же они сами? В тюрьме. Вот видите? Где, где? В тюрьме у нас на Казаковке, 4-м отделении. Не знаю. Идем, ты меня поведешь. Лиз, держи. Да. Надюш, ты не ходи. Володь, ну ты же слышал? Я сам пойду. Володь, ты ничего не сделаешь, будет только хуже. На, держи. Бежим. Только с моста прыгнул. Ну, вроде как свыше. Только. Все-таки прыгнул. Вот сумасшедший, вот дурачок. Ты понимаешь, штраф надо платить. А у нас денег. Вот и загораем. А сколько надо? 100 рублей. 100 рублей?
Мамочки, ну и цены у них тут. Ужас. И ни копейки не уступают. Ну ладно, я через полчасика, только, пожалуйста, больше ничего не натворите. Сюда. Ой. Она что-нибудь про меня говорила? Ага. Чего? Дурак, говорит. Дурак или дурачок? Ну, дурачок. Разница же небольшая. Нет, брат. Большая разница. Предъявляйте пропуска, предъявляйте. Громобоев. Грачкин. Вас пропускать больше не велено. Идите в отдел кадров за расчетом. Как? То есть как? А вот так. Тихо, легче. Молчите. Стойте здесь и ждите меня. И не скандальте, я к директору. Проходи. Здравствуйте. Так что же, из-за этого прикажете все газовые коммуникации менять? Нет. Вы что, ко мне? Да. Андрей Ильич, как же так? Почему у них отобрали пропуска? Это несправедливо. О чем вы говорите? Какие пропуска? Я про Толю Грачкина и про Витю Громобоева. Почему у них отобрали пропуска? Андрей Ильич, я вам говорил о них. А, уже подписал приказ. Как? Ой, летит! Спутник! И ракет-носитель рядом! Погоди, я погляжу. Ребятки, где? Стой, говорю! Полушкины, займи мой пост! Стой, говорю! Стрелять буду! Стой! Поверьте мне, ведь я их лучше знаю. Ну, они уже не хулиганы. Они прекрасные ребята. А где они были? Где ты их разыскал? В милиции, в 4-м отделении. А за что же это твоих прекрасных ребят в милицию посадили? Потому что Грачкин с моста прыгнул. Но ведь... Да нет, он ведь в положительном смысле прыгнул. Ах, положительном? Ну, чтобы доказать, что он не трус. Ой. Ну, как мне вам объяснить, чтобы вы поняли? Андрей Ильич, послушайте меня. А ну-ка, давайте пройдемте. Освободить помещение. Можешь ты 3 минуты помолчать, раз в жизни. 3 минуты? Могу. Ой. Андрей Ильич, это я во всем виноват. Я их обидела, понимаете? Ну вот, теперь ты виноват. Да. Вы тогда и меня вместе с ними увольняете, потому что неправильно, потому что я виновата, и не прогуляли они вовсе. Какие вы все неподдающиеся. Извините, пожалуйста. Надь, пойдем, Надюшка. Да ладно тебе, пусть увольняй, только не плачь. Извините, здрасте. Ладно, Надюк, идем. Мы в другой раз как-нибудь. Пойдем. Хорошо же, Надь, не мешаем же. Вот что, постойте-ка. Уж больно заступница у вас хороша. Правильно, молодец, девчонка. Ну, ладно. Вступайте в цех, разберемся. Андрей Ильич, как же. Спасибо. Теперь еще выговор вкатит. За что же это? Ну, за вас что, не справилась? Да чепуха. Чего не чепуха, конечно, не справилась. А я говорю, чепуха. Что они там понимают? Не справилась. Мы говорим, справилась. Да. Честное слово. Брось, Надюшка. Улыбнись, ну. Ну, ты сама-то понимаешь, что справилась. Ой, ребят, ну что вы мне уговариваете, что я маленькая? Ну, какие тут могут быть уговоры? Ну, смотри сама, смотри. Пить бросили? Бросили.
скандалит. Бросили? Бросили. Выражаться. Ну, тоже понимаешь, почему ж не выражаемся? Ну, что еще? Хочешь курить, брось. Туши на счастье. Ну, чтобы на счастье, надо третью. Третью. Курить надо бросать, дядя. Вредно?